Столице Югры изменится схема дорожного движения. Поправки будут временными. Все из-за югорского лыжного марафона. 8 и 9 апреля с 10 часов утра и до 15:00 для въезда в гостиницу «Югорская долина» при движении со стороны Тюмени водители смогут развернуться на пересечении объездной дороги и улицы Мира. Затем повернуть в районе метеостанции. Этот же поворот открыт для въезда в комплекс при движении со стороны Ханты-Мансийска. Кроме того, на подъезде к улице Горной организуют одностороннее движение от гостиницы «Югорская долина» в сторону конно-спортивного клуба «Мустанг». Это создаст дополнительные парковочные места для участников и зрителей марафона.